модуль динамической защиты крыши. Первый быстросъемный. Быстросъемный. Буквально требуется экипажу 4 часа, чтобы поставить накидку, поставить козырек. И, в принципе, машина готова идти в бой. Уже они готовы. Из этих 153, 15, вот они стоят на платформе, готовые к огню. Мы создали запасы для вот этих наших формирований. Это дополнительно к ним. Так точно. Ну, отлично. Машины все доработаны, как конструктор он наложил. Они просто навесного нету по той причине, что не габарит. Ставить будем. Это комплект парм, это идет как раз для ремонта автомобильной техники. Капот подними. Литра, патрубки, буретные соединения. Мы уточнили графики поставки практически под каждый батальон, полк, бригада, дивизия. Мы практически все поменяли. Сейчас у нас комплект остался. Мы вот преподаватель, то есть мы курсантов не просто работать привлекаем, они занятия проводят, то есть конспект, то есть у них практически занятия согласно их программе. 565 единиц. Причем это от минометов до крупного калибра. Вот для гиацинтов, тюльпанов, пионов, акации и гвоздик. Работаю, потому что, слушайте, так относиться к этому. У нас план 200, какой 200? Разбирайтесь. Есть. Вот, и докладно. Есть. Что, когда, сколько, куда, кому. Есть. Если необходимо дополнительно людей сюда, вот Евгений Владимирович в этой части поможет.